порядке? Ключи. Ключи, сейчас, пожалуйста. Сейчас. Там. Что, вы слышите? Что там? Если это привидение, то вы везучие. В смысле? Ну, в том смысле, что я смогу его спугнуть. Потому что если это злодей, то мне придется бросить вас и спасаться бегством. Не придется. О, видите? Кстати, меня зовут Константин. Что тут у вас? Марина, спасибо. Как вы собирались пугнуть привидение? Вы знаете, что такое клин клином? Сердце красавиц склонно к измене и к перемене. Пожалуйста, прекратите, не надо. Видите, никто не выносит моего пения. Давайте я вас провожу до машины. Потому что мне кажется, что вас напугало не только привидение. Угадали, мне в последнее время кажется, что за мной кто-то следит. Скажите, пожалуйста, а могу я позвонить вам и узнать, как вы себя чувствуете? И как чувствует себя ваша прекрасная лодыжка? Наберете своей рукой? Позвоните. Я думаю, что лодыжке будет очень приятно. Благодарю вас. Пойдемте. Привет, милая. Сейчас я не милая, а сердитая и голодная. Ты опоздал на целый час. Прости. Пришлось побыть суперменом. Женщине стало плохо. Конечно, женщине. Милая, этой женщине не меньше 60 лет. Ну, раз наконец-то ты весь мой. Нет. Я больше не твой. В смысле? В смысле, все кончено, Ира. Костя, ты что, так шутишь? Нет, я не шучу. Просто я больше не люблю тебя. Не делай этого. Костя, пожалуйста, я обещаю, что моей любви хватит на нас двоих. Ты не понимаешь. Ты достойна большего. Может быть, твое счастье прямо сейчас, где-то рядом, а ты не замечаешь этого. Вон, посмотри, мужчина за твоей спиной. Он не сводит с тебя глаз. Может быть, он и есть твое счастье. Дерзай. Ну ты сволочь. Прочел твой последний детектив. Ну что сказать, супер. Слушай. Мог бы уже и привыкнуть. 8 лет издаешь мои книги. Так я-то и привык. Но ты ведь понимаешь, что я жду продолжения. И оно, как сейчас говорит молодежь, будет крышесносно. Смотри, Макс. Вот с этой музой я тебе напишу бестселлер. Опять, Костя? Ты когда последний раз отметился? 1.5 года назад? Со своей этой, как ее, Олечкой? Ведь после того, как ты ее бросил, она в дурку загремела. Ну нет, нет. Это называется клиника неврозов. И это была разовая осечка. Такое больше не повторится. Костя, завязывал бы ты с этой чехардой, с музами. Макс, я не понимаю, чем ты недоволен. У моих книг, которые я, по твоей милости, пишу под псевдонимом Ивана Крайнова, самые высокие тиражи в издательстве. Да-да. Только не забывай, что там еще и самые высокие гонорары. Так что мы с тобой в расчете. Ну, что мне делать?
если я могу писать, только когда рядом со мной влюбленная в меня муза. Я же попросила, поставь резерв на 5-й столик. Добрый день. Вы заказывали столик? Добрый день. Нет, не заказывали. Очень жаль. У нас уже все столики заняты. А я тебе говорил. Ну, может, все-таки найдете для нас местечко? Прошу вас. О, а это что? Это комплимент от заведения. Приятного аппетита. Большое спасибо. Спасибо. Да. Слушай, какая-то магия. Вот ты вроде ничего не делаешь, а как работает? А я действительно ничего не делаю. Я просто люблю всех женщин без исключения. А они отвечают мне взаимностью. Я понимаю, прям всех без исключения. Да, собака голодная, ну вы понимаете? Хорошо. Ой, Костя, когда-то появится женщина, которая к черту тебя пошлет и сердце разобьет. А вот ты должен мыслить стратегически. Потому что если это случится, я же перестану писать детективы. И кровью измученного сердца я стану писать роман, который назову «Сады иллюзий». Ну, скажи, какой из тебя романист? Ваш бургер и счет. Ты ведь ни разу в жизни не страдал. Ну так, максимум расстраивался. Да, я прагматичный человек. И в этом твое издательское счастье. Возможно. Вы еще долго? А вы куда-то торопитесь? Можете меня не ждать. А вот, например, женщина, которая, я уверен, не поведется на твои сердечные уловки. Да? Думаешь? Ну-ну. А. Здравствуйте. Я вижу, у вас возникли проблемы со счетом. Позвольте мне помочь. Не позволю. С какой стати вы вмешиваетесь не в свое дело и навязываете помощь, о которой вас не просили? Но я… Все в порядке. Нет, я вижу, что у вас все в порядке. Я просто хотел вам помочь. Нет, я справлюсь сама. Что ж, извините. Извините, что побеспокоил. Как-то это быстро. Метод, говоришь, да? Ни одна не устоит. Ну-ну. Ты не можешь злорадствовать не так очевидно? Надо было с тобой поспорить на половину твоего следующего гонорара. Кстати, хороший заголовок в газете. Вот, промелькнула женщина, которая отшила самого Костю Махеева. Счастливое исключение. Не будет никаких исключений. Да? Да. Не выключай телефон! Так.
Алло, это Костя. Призрак оперы. Привет, пугливая нимфа. Если ты издеваешься над моим вокалом, напрасно. Он великолепен, раз запомнился тебе навсегда. Такое сложно забыть. И под впечатлением от этого я собираюсь послезавтра на Риголетто. У меня есть 2 билета. И? И не хочешь ли ты пойти со мной? Я просто очарован. У нас складывается великолепный дуэт. Готов подать ландо с шашечками ровно в 17:00 к подъезду. Договорились. La donna è mobile, qual più mal vengo, tutto ad accendo e di pensiero, sempre una mobile, legge addroviso. Осторожно, осторожно, осторожно. Я надеюсь, в этот раз моя помощь не покажется вам унизительной. Кто вы такой? Что вам от меня надо? Я тот, кто проходил мимо и решил, что вам нужна моя помощь. Не врите, вы уже неделю меня преследуете. Кто я? Вы что, маньяк? Да стоп, стоп, вы меня с кем-то путаете. Это вы меня путаете, я вам не тихая жертва, изнасиловать не получится. Он преследовал меня неделю. Хотел помочь девушке. Наверняка готовил нападение. Предложил помощь с тележкой. На сексуальной почве. Да она вообще не в моем вкусе. Кто разбил витрину? Понял. Это правда? Это случайность. Он выхватил мою тележку. Иду. Товарищ полицейский, да. Проверьте его. Я уверена, он маньяк. Послушайте, у нее разыгралась фантазия. Что вы вообще ее слушаете? У меня 3 дня назад пропали вещи. Носки с котиками. Я уверена, это он украл для своих нездоровых утех. Гражданин Махеев, носки брали? Ну, конечно, нет. А вы можете у него обыск провести, чтобы наверняка? Так, все, хватит. У меня есть право на звонок. Тот, кто знает, тот молчит. Рот закрой. Кто познает, тот узнает. Давай мети. Мету-мету. Ты почему трубку не брал? Я в этой камере себе весь зад отсидел. Мог бы сказать спасибо. Я вообще-то не обязан по первому звонку брать трубку. Еще? Да нет. Что, Костя, не работает твой системный подход? Ничего-ничего, подход в порядке. Эта библиотекарша наглоталась книжной пыли. Натуральная невменяшка. Ну ничего, Мариночка меня не подведет. Держи кофе. Спасибо. Итак, это мой самый любимый ресторан. Да, он маленький и не модный, но зато тут самая лучшая итальянская кухня. Я обожаю итальянскую кухню. Правда? Да. Но тогда я очень надеюсь, что тебе здесь понравится. Хоп! Понравится? Да. Шутишь, да это же мой любимый ресторан. Правда? Да. Я не знал. Прошу. И бутылочку Баролла 2011 года. Это мое любимое вино. Правда? Угу. Я обожаю Баролла. Я пью только его. Наши вкусы, они во всем совпадают. Я первый раз встречаю мужчину, с которым у меня столько общего.
У меня есть тост. За самую удивительную и утонченную женщину. За тебя. Марианочка, я хочу сделать тебе небольшой подарок. Я обожаю подарки. Но мы очень мало знакомы. И я опасаюсь, что он может тебе не понравиться. Там что, змеиное жало? Нет. Просто когда я впервые увидел эту вещицу, я почувствовал, что она должна принадлежать только тебе. Что я коллекционирую лошадок. Я не знал. Я просто почувствовал. Правда? Я же родилась в год лошади. Это мое любимое животное. Правда? Да. Спасибо тебе. Марина, я чувствую в тебе родственную душу. Со мной такого никогда не было. Со мной тоже. Правда? Да. А ты не хочешь заехать ко мне? Выпьешь чашечку чая? Конечно, хочу. Ну и какого черта вы здесь делаете? Не кричите, сейчас 8 часов утра. На месте ваших соседей я бы вызвала полицию. Я гляжу, у вас чуть что, сразу полиция. Возбуждают мужчины в форме? Не хамите, я вообще-то к вам по делу. Даже не представляю, какие у нас с вами могут быть дела. Не понял. Присмотрите за феей. А больше вам ничего не сделать? Может, вам кофе принести? Нет, кофе я не пью, а ваша нелепая выходка обошлась мне в кучу денег за разбитую витрину. Я не просил вас бить стекла. А я не просила вас ко мне приставать, и что? Я все еще не понимаю, при чем здесь эта дворняга. На зарплату библиотекаря ущерб возместить не получится. Я нашла подработку, но за феей некому присмотреть. Вы сумасшедшие? Я не буду сидеть с вашей дворняжкой. Она очень ранима и не выносит одиночество. Не заставляйте ее страдать, она уж точно ни в чем не виновата. Это всего пару дней, пока я не найду ее передержку. Вы не понимаете? У меня работа. У меня горят сроки. Ваша работа не помешала вам неделю за мной таскаться. Пару дней с феей тоже не помешают. Так, хорошо. Я понял. Я все понял. Я во всем виноват. И я готов искупить вину. Давайте я просто оплачу разбитую витрину и все. Опять вы со своими деньгами. Я сама могу их заработать. Просто присмотрите за феей. Я заберу ее в 5. Если что, звоните. Послушайте, подождите. А телефон? Какой телефон? Фея! Ты что делаешь? Фея! А ну отдай! А ну отдай! 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 Отдай, сказал! Отдай, сказал! Сюда! Фея, прекрати! Нельзя! Да, да, согласен. Я погорячился. Но ты тоже не держи зла. Не надо, Фея! Что ты творишь? Оставь меня в покое, прошу тебя. Не мешай, а? Фея, ну отойди же. Морду убери. Фея, ну прошу тебя. Ну-ка, давай. Ну, Фея. Фея, Фея, Фея. Ну отойди, ну Фея. Ну пусти же ты, скотина.
Какой грубый дядя. Немедленно извинитесь перед феей. Между прочим, она все понимает. Извини, пожалуйста, слюнявая феечка. Значит так, витрину я оплатил, с псиной вашей погулял. Самое время расстаться. Пожалуйста. Да, спасибо, что оплатили витрину. Мне было неловко, что я не могу сразу возместить ущерб. О, не стоит благодарности. А вы можете подождать, пока я наберу всю сумму. Вы же некоторым образом причастны. Нет, забудьте. Это же я вас напугал. Так что я во всем виноват. И про деньги не думайте. До свидания. Марина, мне конец. Нарисовался призрак. Поздно. Алло, Макс? Ты, нельзя! Нельзя! Послушай, мне срочно нужна помощь. Ты, не... Я не тебе! Если ты не хочешь, чтобы Ван Крайнов сошел с ума, ты мне должен срочно помочь. Ну что, чудовище. Сегодня даже ты не сможешь испортить моих планов. Так, телефон? Дай телефон! Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от Максима Кирилловича. А он не сказал, что это срочно. Простите, меня задержал научный руководитель. Какой к черту руководитель? Понимаете, я его еле-еле уговорил утвердить тему моей диссертации. Так, держите собаку. Мотивы полиаморности в творчестве Ивана Крайнова. Часу от часу не легче. Я его фанат. Значит так. Следите за собакой. Да? Держите ее крепко. Когда я освобожусь, я перезвоню. Хорошо. Стой! Марина, я не совсем тот мужчина, который подходит для отношений. Для серьезных отношений. Ты женат? Нет. Просто я люблю ходить в горы. Ну и что? Мало ли кто что любит. Нет, Мариночка, ты не понимаешь. Горы – это горы. 3 года назад я с группой товарищей совершал восхождение.
парень, который был в связке со мной, не увидел расщелину. Я держал его сколько мог. А потом мы сорвались вниз. Он выжил? Мы выжили. Но я получил очень серьезную травму спины. И с тех пор я словно хожу по лезвию бритвы. Одно неловкое движение. Слишком тяжелая ноша. И я буду парализован. Я не звонил тебе целый день, потому что был на приеме у своего хирурга. Ты мог бы предупредить меня. Я никогда не говорю девушкам о своей травме. Но ты не такая, как все. Я чувствую, что между нами может быть что-то серьезное. Скажи, ты прощаешь меня? Ты согласна? Да. Встречаться с без пяти минут инвалидом? Да. Да? Конечно, да. Что случилось? Я тебе сделал больно или что? Что такое? Что? Подожди, что? Ты... У меня аллергия. У меня аллергия на собак. Ты же... Ты не говорил, что у тебя есть собака. У меня нет собаки. Это какое-то недоразумение. Я должна уйти, пока у меня не начался приступ. Ты позвони, когда разберешься со своим недоразумением. Я куплю тебе таблетки. Марина! Ну, хоть просто провожу. Черт возьми, а? Ну, как я сегодня буду работать? Чертова фея! Да не тяни ты, чудовище. Надоел я тебе? Ты мне не меньше. Скоро уже придет твоя хозяйка. Надеюсь. Фея! Фея, стой! Я обошла три квартала севернее вашего дома. Феи нигде нет. Знаете, в чем ирония? Я хотел поработать, а вынужден искать собаку, которая постоянно все портит. Вы устали, да? Да нет. Тогда обойдите еще вон те дворы, а я посмотрю в соседнем квартале. Ладно, обойду. Будьте добры, счет. Ну что, наелась? Только сестре не говори, что я тебя опять сосисками кормила. М? Хорошая. Фея. Фея, где Костя? Ищи. Фея! Иди сюда, иди сюда. Ах ты моя хорошая. Нашлась, нашлась. Ты что ж творишь такое, а? Паразитка, ты что творишь? Напугала и меня, и хозяйку. Почитайте, почитайте. Иван Крайнов – это феномен. Анастасия, я предположить не мог, что вам нравится подобного рода литература. А вы зря так думаете, он незаурядный. И зовите меня Ася, я так привыкла. Хорошо. Крайнов талантливый, самобытный писатель, и я уверена, у него большое будущее. Какое там будущее? Напишет еще 10-20 своих детективов, и все. Возможно, и все они будут хороши. Он так тонко чувствует нюансы человеческих эмоций, что просто дух захватывает. А я, между прочим, филолог, меня не удивишь. С таким увлечением о нем говорите, что даже меня убедили. Завтра же куплю какую-нибудь его книгу. Вы правы, я действительно увлеклась. А у вас там срочная работа. Давайте я сама доберусь, а вы идите домой. Что я слышу? Я вас обязательно провожу, это даже не обсуждается. Фея? Феечка, я должен признаться, что очень привязался к вам. Правда. Я готов быть собачьей нянькой ровно столько, сколько понадобится. Так что каждый день, ровно в 8, я жду вас у себя. Спасибо. Это большая помощь. Ну, может, пойдем? А, фея?
Ого. Вот это я дал. 17 страниц за 10 часов. Браво, Костя. Новый личный рекорд. Так. Уж 9 близится, а феечки все нет. Точно что-то проспал. Так. Алло, Ася, у вас все в порядке? Да, благодарю вас. А я жду вас с феей все утро. Мы больше не придем. Я нашла фее хорошую семью, сегодня утром ее забрали. Простите, забыла вам сказать. Ну, это замечательная новость. Правда, я, конечно, буду по ней очень скучать. А давайте отметим новую жизнь феи. Я приглашаю вас сегодня вечером в ресторан. Спасибо, но у меня планы. В Доме литераторов будет поэтический вечер. Угу. Ну, может, я могу составить вам компанию? Константин, мне неловко вас огорчать, но у меня уже есть спутник. Всего хорошего. Зачем вы меня так срочно вызвали? Я не был с вами откровенен, Петр. Иван Крайнов – это мой литературный псевдоним. Боже, какое счастье! Я так рад, я рад! Просто поверить не могу. Я сейчас работаю над книгой, и мне нужна ваша помощь. Я, конечно, пробовал свои силы в детективном жанре, но не уверен, что смогу. А я уверен. Я вас направлю, поддержу. В конце концов, поделюсь опытом. Хорошо. Вам я не могу отказать. Вот и замечательно. Поэтому запоминайте. Мне нужна арабика, крупного помола, средней обжарки, главное – кенийская. Потом заберете вещи из химчистки, и я умоляю, вызовите уже, наконец, сантехника. Подождите! Но я думал, мы будем работать над книгой. Мы будем работать над книгой. Но я не могу работать в обстановке бытового хаоса. Так что, Петр, дерзайте. Ничего не останется в скорости. Ни тебя, ни моего отражения. Только память остывшего запаха разбежавшихся мандаринов. Браво. Спасибо. Браво. Спасибо. Как у любого поэта, как у любого творца, у меня есть муза. И следующее стихотворение я посвящаю ей. Здравствуйте. Мой милый вечный. Ну и где же ваш таинственный кавалер? К тебе я снова возвращаюсь. Это вас тебе не касается. Тебе направил я штурвал. Очень даже касается. Он вас у меня украл. И если снова будет... Хочу посмотреть в его наглое закат, лицо. Шторм, девятый вал. Судьба мне снова возвратиться к тебе. Он замечательный. Мой милый идеал. Он замечательный. Правда. Спасибо. Позвольте представить вам мою вдохновительницу, моего хорошего друга. Ну, признайтесь, что вы здесь одна. Мою музу. Знаете, кто? Анастасию. Кто? Асенька, вы прекрасны. Я вас обожаю. Этот вечер я посвящаю ей. Спасибо за вечер. А вы нас не представите, Ася? Константин, Борис, лучший поэт современности. Польщен, польщен. А где вы издаетесь? В сети. Только в сети? В сети.
издатели гонятся за деньгами, не за искусством. А с чего вы взяли, что ваша поэзия – это искусство? По мне, так просто псевдоноваторство. А вот в таком тоне я с вами разговаривать не буду. Боюсь, вы некомпетентны, чтобы об этом судить. Ну, конечно, куда мне? У меня всего 500 000 суммарных тиражей. Я Иван Крайнов. А вот как. Ну, тогда все понятно. Спасибо вам, Аполлина. Значит, вы Иван Крайнов? Ну да. Талантливый и самобытный писатель, как вы выразились. Своей высокомерной выходкой вы изменили мое отношение к вам и к писателю Ивану Крайнову. Я думаю, вам не стоит здесь оставаться. Я не психую, можно я войду? Входи. Я так скучала по тебе, так скучала. Прости, что не отвечала на твои звонки. Подожди, подожди. После травмы для меня очень важно доверие. Да. А ты мне не доверяешь. Поэтому между нами все кончено. Как кончено? Между нами же еще ничего не начиналось. Ну, просто я не хочу тебя мучить. Вот и все. Костя. Костенька, я прошу тебя. Я прошу тебя, не делай этого. Дай мне еще один шанс, и я обещаю, у нас все будет по-другому. Войдите. Здравствуйте. Петенька. Мой милый. Почему же ты не сказал, что придешь? Так вы же сами сказали, что... Слишком поздно уже. Она обо всем догадалась. Мы с Петей любим друг друга. И живем вместе. Не волнуйся, мой любимый. У этой женщины доброе сердце. Она нас не погубит. Подождите. Да мы же у нас же с тобой все было. Это потому, что ты удивительная. Ты такая особенная. Но даже все тепло твоего сердца не может излечить меня от этой порочной страсти. Константин Ильич! Правда. Ты хорошая. И ты достойна лучшего. Ты... Ну что, Петр? Вставайте. Помнете мне костюм. Мелодрама окончена. Пора за работу. Так вы не... Не что? Нет. Ну что вы? С ума, что ли, сошли? Ася. Я вел себя как настоящий придурок. Хочу загладить вину. Привет, дорогая. Привет, Саш. Это тебе. Ой, спасибо. Не ожидал, что так скоро увидимся, но я очень рад. Какая длинная к вам очередь. Это кто? Знакомый. Случайный знакомый. Угу. А, случайный. Ну, конечно, случайный. Я думаю, Саше будет не безинтересно узнать, при каком таком случае мы познакомились. И на что намекает твой случайный знакомый? Понятия не имею. Может, уже поедем? Поедем. Поедем. Я так и не поняла, что ты делаешь в городе? Ты же вроде говорила, что ты в командировку уезжаешь в Берлин на 2 месяца. Пришлось срочно вернуться. Ты же знаешь, какая у меня работа. Ты выглядишь как библиотекарша. Так я и работаю в библиотеке. Нужно выяснить кое-какую информацию для клиента. Какой клиент может интересоваться рядовой библиотекой? Ася, ты успешный маркетолог или начинающая шпионка? Прошу. Ой, Саша. Вы издеваетесь, да? У меня в хранилище книги плесневеют. Что это? Это вам.
Спасибо. Добрый день. Выдайте мне, пожалуйста, вот эти книги. Асюш, все стулья и столы, которые болтались, я затянул. Спасибо, Валер. Надо бы еще стеллаж укрепить. Если не пойду на обед, как раз к началу смены успею. Валер, правда, спасибо, но не стоит ради библиотеки жертвовать своим обедом. Ну, я же не ради библиотеки, я для тебя. Я вас умоляю. А можно огласить сразу весь список? Не понимаю, о чем вы? Я про ваших ухажеров. Сколько их у вас вообще? Я вот лично со счета сбился. А у меня нет ухажеров, у меня есть друзья. Так бывает, если вы не в курсе. Нам просто нравится общаться, проводить время вместе, поддерживать друг друга. Но до сих пор я видела, что вас поддерживали только за талию и... Ну, значит, не туда смотрели. У меня очень добрые и бескорыстные друзья. Например, они пытаются помочь библиотеке. Ну, я вижу. Какая помощь? Валера делает ремонт, на который нет денег. Борис дарит книги. Наши фонды давно не пополнялись. А Саша установит систему климат-контроля. Это помощь. Удивительно, правда? Просто непостижимо, как все эти мужчины обожают чтение. Да, представляете? А вот зачем вы меня преследуете, я не знаю. Я вас не преследую. Я тут по работе. Книги выдайте. В интернете поищите. А я не хочу в интернете. Мне нравится книжная пыль. Мне нравится эта атмосфера. Я хочу успеть насладиться, пока всемогущий Александр не понаустанавливал здесь кондиционеров. Добрый день. Добрый. Решили стать нашим читателем? Да. Вам нужны эти книги? Да, очень. Пойдемте, я вам все подыщу. Асенька, я не нашел. Я сейчас посмотрю. Ась, я пойду? Да, Валер, до завтра. Я все сделал, как вы сказали. Пересчитайте. Да ладно. Завтра приходите. Я позвоню. Хорошо. До свидания. Что здесь происходит? Ничего особенного. Просто я пополнил ваш маленький кружок любителей чтения. Шеф, ну смотри, по моим подсчетам вот такая вот цифра вырисовывается. Это что? Вы тут случайно нолик не приписали? Нет, не приписали. Ну ты сам подумай, все это привести в божеский вид. Я уже не говорю про то, что трубы менять надо, радиаторы Асенька, менять. Асенька, радость какая. Костя ты оплатит говоришь, нам приписали. Ремонт. Лидия Николаевна, мы не вправе злоупотреблять добротой Константина. Это слишком дорого, а он ничего в библиотеке не должен. А, Лидия Васильевна. Николаевна. Ну, правильно, Николаевна. Можно вас? Да вы не волнуйтесь, деньги будут. Правда, мне нужна ваша помощь. Придется ваши книжки немножко потягать. Конечно, но только... Конечно, противно признавать. Да, будет все в порядке. Но без ваших женихов мне не обойтись. Хранятся очень редкие. Не переживайте. И просто цены нет. Валера, твоя задача портить жизнь прорабу. Ну, то есть следить за качеством работы. Ну, это же не по моей части, я спасатель МЧС. Валер, ну ты же очень способный, а самое главное, честный. Сам обманывать не умеешь и другим не дашь. Нам просто некому больше довериться, кроме тебя. Асюш, но только потому, что ты меня просишь. Ну, договорились? Вот и прекрасно. Но я тогда пойду, у меня скоро смена. Да? Да, да. Спасибо. Пока. О, поэта берите на себя. Он мне мои миллионные тиражи никогда не простит. С
С этим я разговаривать не буду, это не обсуждается. Борис, это я попросила Константина меня поддержать. У меня к вам огромная просьба. Над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. А ты не такой гад, как я думал. Боря, ты гений, понимаешь? Просто гений. Ты поможешь нам? Поможешь? Костя, я вам такой поэтический вечер соберу, что весь город еще говорить о нем будет. Год целый. Вот так. Да-да, попомните еще мои слова. Так, мне пора. Надо составить программу, дать объявление на моем сайте, конечно, позвать коллег по бюро. Костя, ты, конечно, в дешевом жанре пишешь, но в душе ты поэт. Спасибо. Поэт. Спасибо. Спасибо, Борь. Асенька. Асенька. Счастливо. Константин. Пока! Какая же мука пить с этими поэтами. Я надеюсь, что ваш миллионер, он хотя бы пьет просто минералку? А Саша не придет. У него какие-то проблемы в бизнесе. Но я думаю, мы обойдемся без климат-контроля. Нет, не обойдемся. Деньги будут. Макс, дружище, вопрос жизни и смерти. Мне срочно нужен аванс за следующую книгу в размере 80%. Так 8 или 10? 80! А почему сразу не 100? Кость, ты и так получаешь больше других авторов. Мне очень надо. Слушай, надо – это не повод. Мне вот, например, очень надо найти новую Джоан Роулинг. И что? Макс, мне нужны деньги на ремонт одной библиотеки. Ты что, влюбился в эту библиотекаршу? Она библиотекарь. Библиотекарь. Хватит ржать. Нет, я не понимаю, во что я должен инвестировать. Понимаешь, в библиотекаршу? Я понимаю, если бы ты новую пассию повез там в круиз по Адриатике. Денег дашь? Дам. Что непонятно? Я же говорил, что будет. Так осторожно. Так это что такое? Да, да, будет, будет. Так, мы это поняли, что будет. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Костя, я до сих пор не верю, что все это правда. Как вас отблагодарить? О, нет-нет, благодарить меня не нужно. Это мой гражданский долг. Извините, пожалуйста. Осторожно. Давай сюда. Осторожно, пожалуйста. Так, ты искал? Скажите, а где Ася? Вы знаете, я хотел показать ей макет афиши. Макет? А ее нет? Точно все было. Она же каждую среду уходит на полдня. Это будет. Сразу предупредила, когда на работу устраивалась. И куда же? Так, все, возьмите. Ладно, привезу. Как? Разве вы не знаете? Что-то еще? Извините. Простите. Извините. Простите. Эй, дядя, куда без очереди прешь? Да мне только спросить. Простите. Это что ж получается? Вы пристроили всех бездомных псов и переключились на бездомных людей? Вы опять не смешно шутите, но я все равно рада вас видеть. Рук не хватает. Асенька, боюсь, что я не готов к такого рода деятельности. А, ну в таком случае не стоит здесь задерживаться. Всего хорошего. У нас с вами на носу поэтический вечер. Я уверена, вы прекрасно справитесь без меня. Я не уйду отсюда, пока не раздам всю еду. Это не обсуждается. Это уже похоже на какой-то пунктик. Неужели кроме вас больше некому раздавать еду бездомным? Некому. Но дело не только в этом. Я ищу своего отца.
Папа работал инженером на заводе. Как-то раз кинулся под падающую балку спасать рабочего. Спас, но получил травму головы. Благородный поступок. Сейчас это большая редкость. Да, но после травмы у него начались провалы в памяти. Сначала он забывал мелочи, а потом... Как-то раз он вышел из дома и не вернулся. Я не нашла его ни в больницах, ни в моргах. Но я чувствую, что он жив и где-то рядом. И это место – моя последняя надежда. Я верю, что он просто не помнит, как вернуться домой. Ася, можно я возьму его фотографию? И где вы жили? В каком районе, когда он пропал? Войдите, открыто. Поэтический вечер закончился час назад. Жаль, что вы не смогли прийти. Такой был успех. Зрители стояли вдоль стен. Ну, ничего страшного. Мне бы все равно не хватило места. Борис просил передать вам спасибо за идею и организацию. И вот это. Ася. Простите меня. За что? Я уже 4 дня ищу вашего папу, и все безрезультатно. Я дал вам ложную надежду. Я понимаю, вы зря так себя вините. Вы сделали все, что смогли. Устали? Вы давно ели вообще? Да я не помню. Это никуда не годится, я сейчас сделаю вам ужин. Ася! Ася! Кажется, мы нашли его. Это папа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Костя. Это Ася. Простите, ради бога, за столь поздний визит. Олег Иванович здесь живет? Нет, ребята, вы ошиблись. А, у меня есть его фотография. Сейчас. Так это же Ваня. Проходите. Ваня, к тебе. Папа! Это его дочь. Как дочь? Дочь? Пап, ты что, меня не узнаешь? Ой, я Ваню подобрала у нас во дворе за песочницей. Папа, это же я, Ася. Так говорите, как будто вы щенка подобрали. А он и был как щенок. Хорошо одет, чистый, а глаза испуганные. Кто и откуда, ничего не помнит. Но могли бы хотя бы в полицию сообщить. Дочь 3 года с ума сходит. Но не сошла же. А нам вдвоем все же веселее. И в карты есть с кем сыграть. И Ваня при деле. Птичек лепит, а я
продавать ношу. Рима? Кто это? Поехали домой. Никуда он не поедет. Это еще почему? А потому. А кто присматривает за ним будет? Вам, молодым, свою жизнь надо устраивать, а не за стариком следить. Ко мне он привык, и я к нему. Я буду каждый день приходить, слышишь? Я тебя больше не оставлю. Кость, спасибо вам большое. Если бы не вы, я бы никогда папу не нашла. Ася, все это странно. Так быстро. В моей жизни никогда ничего подобного не было. И... Ася, я люблю тебя. Правда? Да. И я хочу быть рядом. Всегда. Я должен был приготовить тебе завтрак и подать его прямо в постель. Ты так крепко спал, что я не стала тебя будить. Сырники остынут. Ничего. Я люблю холодные. Здравствуйте, Костя. Посмотрите, как все теперь. Спасибо. Какие стеллажи. Это новая жизнь для нашей библиотеки. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо вам от всех мыслящих, читающих и ищущих за ваш бесценный вклад. Знаете, в наше бездуховное время это дорогого стоит. Это такая редкость. Спасибо большое за замечательные слова. Спасибо вам. Это тебе. Привет. Привет. Это корм для феи. Хорошо. У него пароль тот же? Угу.
Пора финалить. Когда? Сегодня? Нет. Пока рано. Осталось сделать еще пару штрихов. Поверь мне. Ладно. А это мы в Риме. Помнишь, как мы в Колизей ходили? О, красиво, Колизей. Я и вправду здесь был? Ну, конечно, был. Мы поехали после того, как ты премию получил. Ну, ходи, ходи. Что заслушал? Хожу, хожу. Невезучий ты. Хоть бы раз у меня выиграл. Извините. Петя? Да. Развернутый план книги нужен мне завтра утром. В издательстве ждут материал. Извините. Девочки, мальчики, птички мои, веселее, наша опера. Давайте сюда, раз, хорошо. Полдень туда посмотрели, Ай, хорошо, все, теперь пошли наверх. Наверх пошли, вокруг пошли, наверх. Пошли, да. Пап, ну ты как? Кто это? Это Костя, мой друг. Он помог мне тебя найти. Олег Иванович, если позволите, я очень люблю вашу дочь. И я готов на все, чтобы она была счастлива. Я хочу сделать ей предложение. Ася, ты единственная. Ты самая прекрасная, добрая и светлая. Ты станешь моей женой? Да. Да? Дети мои. Будьте счастливы. Нарисовался. Да гад ты, Костя, а не родственная душа. Любовь моя, да, я скотина, но я ужасно скучаю по тебе. Марина, что-то случилось? Да. Обними меня, мой сатир. Страстно, крепко обними. Какой сатир? Что ты несешь? Нежная, пугливая нимфа столкнулась в лесу с необузданным сатиром. Это же твоя игра. Ты что? Давай-ка, одевайся немедленно. Совсем сдурела. Костя, а это кто? Ася, это бред какой-то. Я вообще не понимаю, что она здесь делает. Что? Ты не понимаешь, что я здесь делаю? Хорошо. Вот, полчаса назад, в чате. Хочу тебя увидеть, страстно обнять и потрогать твою кожу. Это бред какой-то. Нет, я правда, я уже неделю не был на своей странице. Черт. Сейчас, держи. Иди сюда. Сейчас. Сейчас все сама увидишь. Меня взломали, я даже не могу зайти на свою страницу. Вот. Ну вот, то же самое. Хочу тебя увидеть, обнять. Взломали. Да-да.
Ася. Ася, я этого не писал. Ася, я клянусь тебе. Ася, пожалуйста. Пусти меня. Кажется, разобрался. Смотрите. Вот, вам на почтовый ящик пришло письмо об изменении пароля в соцсети. Угу. Было это 2 дня назад. Я знал, что меня взломали. Но как я смог войти на свою страницу? Смотрите. Просто вчера пришло еще одно письмо об изменении пароля. Угу. Наверное, вернули старый. Угу. Неужели вы 2 дня не заходили в соцсеть? Некогда было. Значит так, смотрите. Вернемся к работе. Вот здесь мои черновики. Книгу нужно закончить через 3 недели. Да-да, я помню. Ага. Я помню. Константин Ильич, посмотрите, я тут кое-что набросал. Да не надо, не надо. Я вам полностью доверяю. Заканчивайте книгу без меня. Гонорар я вам удвою. А ваш клад непременно упомяну. Спасибо. Спасибо, я всегда мечтал публиковаться. Дерзайте. Лидия Николаевна, а где Ася? Костя, а ее нет? Она позвонила, сказала, что увольняется. По семейным обстоятельствам. Чего шумите? Нет никого. Вчера еще уехали. Как уехали? Ну, как уехали? С вещами. Она молчит. Телефон выключен. Как будто ее и не было вовсе. Хватит. Возьми себя в руки. Давай, соберись, родной. Давай, ищи новую музу. Барышни, не надоело скучать в одиночестве? Дядя, к черту это туда. У вас такие руки красивые. Давай вали отсюда, а то почки отобьем. Выпьем. Ты еще совсем спятил? А я ведь ничего не писал этой Марине. Давай я тебя покормлю. Давай. Открой ссылку. Что за бред? А это не шуточный скандал. Вам посетите. Говорит, вы в курсе. И что мне теперь делать? Как жить?
Костя, я вам сейчас все объясню. Ася предупреждала, что вы меня найдете. И где же она? Я не знаю. Просто она просила меня сыграть ее отца. Сыграть отца? Костенька, ради бога, не волнуйтесь. Ася предложила мне серьезный гонорар. Это было очень кстати. Вы, наверное, знаете, какие сейчас зарплаты в театрах. А в кино у меня предложений нет. Вы хоть понимаете, на что вы пошли, а? Актер Десяткин. Костенька, не гневайтесь. Ради бога, не гневайтесь. Вот, она просила передать вам этот конверт. Как я играл. Это была моя лучшая роль. Я похудел на 10 килограммов. Это была вершина мастерства. Когда вы просили ее руки, поверьте, я испытал катарсис. Браво, браво. Ваш вдохновенный обман удался. Попали прямо в десятку. Извините, Костя. Я же не знал, что так получится. Привет. Привет. Да, да, Алексей, вы сыграли замечательно и все сделали правильно. Во всем случившемся виновата только я. Да, спасибо вам большое. Костя получил наше послание и теперь знает, кто и за что его наказал. Угу. А если все прошло по плану, то что тебя так беспокоит? Работа. Я много времени уделила нашей мести, и теперь пора разгребать завалы. Так ты довольна результатом? Да, на 100%. А ты разве нет? Тогда что здесь делает это? Это ждет, пока у меня дойдут руки до уборки. Спасибо, что напомнила. Алло. Да, Саш, привет. Ужин? Да. Давай. Перезвони мне в 7. До вечера. Что за спешность, Максим? Спешность. Проходи, садись. Пообщайся. И это вы называете, ваш вклад будет упомянут? После всего, что я сделал? Да это плевок в душу. Как мелодраматично. Вам бы дамские романы писать, Петр. Я ваши грязные носки в прачечную относил. Эту книгу написал я. И я требую, чтобы детектив издали под моим именем. Иначе я пойду в суд. Подождите, подождите. Ну, в суд мы всегда успеем. Константин, он говорит правду? Правду. Книгу написал не я. Петр, я приношу свои глубочайшие извинения. Естественно, книга не выйдет в продажу, пока мы с вами не уладим все по авторским правам. Наши юристы подготовят документы и свяжутся с вами. Вот так вот. Еще раз извините. Константин, Константин. Ты понимаешь, что ты подставляешь меня? Ты понимаешь, какие это бабки? Тираж, реклама, предварительная продажа. Все в
трубу! Мне очень жаль, Максим. Я очень хочу компенсировать, но у меня совсем нет денег. Я понимаю. Тогда давай, садись, пиши следующий детектив. Если логически посчитать, то одна книга в 3 месяца. Возможно, возможно, через год. Я ничего не буду писать. Что? Я передам авторские права на Ивана Крайнова Пете. Я думаю, что он будет очень доволен таким раскладом. Подожди, подожди. Костик, не сходи с ума, а? Ну, я тебя прошу, возьми себя в руки, садись писать. И забудь ты, забудь эту Асю. Ты посмотри, во что она тебя превратила. Ну, ты же стал алкоголиком. Ты спиваешься, ты понимаешь? Не надо меня лечить. Забирайте этот псевдоним к чертовой матери. И на этом все. Ну, как скажешь. Аля, Осип Леонидович, подготовьте, пожалуйста, документы на передачу прав на псевдоним Иван Крайнов. Костя? Привет. Форма, рация. Может, у тебя и пистолет есть? Нет, нам не положено. Ты что, здесь опять кого-нибудь спасаешь? Я здесь работаю. Охранником? Да. Не думала, что с тобой такое могло случиться. Как видишь. А я все еще одна. Я очень жестоко поступил с тобой. Прости меня, если сможешь. Тебя что, тоже бросили? Да. А у меня бизнес растет. Пойдешь ко мне? Креативным директором. Спасибо, Ира. У меня все хорошо. Ладно, пока. Очень захватывающе. Благодаря вашему блогу я снова поверила, что у мужчины есть душа. Такая любовь просто так не проходит. Большое спасибо авторам. Гениально. Прочла на одном дыхании. Из ваших записей выйдет отличная книга. Скорее, скорее напишите, чем все кончилось. В супермаркете. Вышло даже лучше, чем мы планировали. Сейчас мне его немного даже жаль. Сейчас тебе его жаль. А полгода назад, когда он тебя бросил, и ты месяц лежала лицом к стене в этой чертовой клинике неврозов, пока я, видя, как ты погибаешь, не предложила ему отомстить. Ась, ну хватит об этом. Я люблю Валеру.
И мне кажется, у нас все серьезно. Валеру? Актера этого МЧСника, которому ты платила деньги? Он очень талантливый. Да, в Майке его таланты особенно видны. Ась, ну почему бы тебе просто не порадоваться за меня? А я рада. Даже если все это окажется несерьезным, вместе мы уже обкатали. Ты изменилась. Ты стала раздражительной и злой. Тебе показалось, все в порядке. Нет, ты себе места не находишь после того, как рассталась с Костей. Вот его блог. Почитай. Мне это не нужно. Привет. Привет. Вы что, поссорились? И это наше дело. Как скажешь. Мы хотели пообедать сегодня вместе. Помнишь? Саш, прости, не получится. Мне срочно нужно подготовить отчет. Тебе обязательно это делать самой? Да, это очень важный клиент. Я не могу доверить его подчиненным. Может, все-таки поужинаем? Саш, прости, правда, много работы. Хорошо. Позвони, когда освободишься. Привет! Ну что ты так долго двери открываешь? Совсем гостей не ждешь, что ли? Затворники записался, а? Да, как тут все изменилось. А где эти твои, как их, девочки с фонариками? А? Аскетом стал? Махеев, как я соскучился. Ну, ты, конечно, редкая сволочь. Почему на звонки не отвечаешь, а на письма? Занят был. Занят он был. Да знаю. Читал. Все читали твой блог. Это шедевр. Так что давай отмечать. Я не пью, Максим. Но там твое любимое. Ну и что? Ладно, отложим до лучших времен. Кость, я должен признаться, я ошибался в отношении тебя, как писателя. Ты талант. Да не просто талант, талантище. Твой блог – это лучшее, что ты написал. И я должен его опубликовать. Не просто должен, я обязан. А я не хочу публиковаться. Ну, ты не хочешь. А я хочу. А я хочу издавать писателя Константина Махеева. Вот. Я все приготовил. Договор на публикацию твоего блога. Я никуда не уйду, пока ты не подпишешь. Угу. Ваш роман «Сады иллюзий» номинирован на премию «Бестселлер года». Готовы ли вы стать победителем? Естественно. Естественно, мы рассчитываем на победу. Ведь «Сады иллюзий» стал рекордсменом по продажам за прошлый месяц. Вот так вот. А что вдохновляло вас во время работы над книгой? Любимая женщина. Ася спасла меня и вернула к жизни. Привет. Привет. В последнее время ты слишком занята, поэтому я решил приехать на удачу. Я, наверное, слишком долго обдумывал этот шаг, и ты устала ждать. Но я все-таки рискну. Вы знаете, никакие премии, никакие награды не имеют значения, когда рядом нет любимого человека. Ася, я люблю тебя. Да, я знаю. К сожалению, для меня это приговор.
Я не достоин ответной любви. Я знаю, что мы должны быть вместе, и прошу тебя стать моей женой. Саш, Саш, встань. Случилось так, что в жизни я обидел очень многих женщин. Прости, я не могу. Прости. Я прошу меня извинить. Хотя прекрасно понимаю, что я не заслуживаю прощения. Почему ты не написал, что я тебя обманывала? Мне так стыдно за все. Ты вся дрожишь и замерзла. Я скучала по тебе. Я тоже. Любимая. Почему ты написал, что у меня зеленые глаза? Но ведь они зеленые. Разве нет? Вот видишь, ты меня совсем не знаешь. Не знаю.